У меня дети все время спрашивают: папа, ну вот мы ездим по магазинам, по ресторанам, и очень часто мы видим, что вы не платите за это деньги. Я говорю: ну понимаете, в чем дело? Многие магазины, особенно детские, которые торгуют там одеждой или брендовые какой-то бутики, да, или рестораны, они очень счастливы, что мы к ним приезжаем, что мы фотографируемся. Это парикмахерские какие-то салоны. И вот они видят, и, конечно, не знаю, хорошо это или нет, чтобы они привыкали к такой жизни, как говорится, почти коммунистической. Вот, но я им объясняю, что я артист, и людям очень приятно, что мы приезжаем, и фактически мой приезд это является какой-нибудь своеобразной рекламой этого заведения, или этого бренда, или этого товара, или этого ресторана. И вот мы фактически, ну не всегда, конечно, иногда пользуемся этими моментами, но как бы стараемся не злоупотреблять, а как-то идти навстречу людям просто, которые, в принципе, инициируют все эти наши поездки. Это даже путешествия в далекие страны там какие-то, там тоже какой-то вот сеть отелей больших. Иногда звонят и говорят: мы вас очень хотим видеть у себя, приезжайте, мы все расходы берем на себя, только вот нам нужно, чтобы вы у нас пожили, там пофотографировались на наших фонах, на наших вот этих вот видах. Вот такой у нас есть, как вы сказали, лайфхак.